Можно. Виктор Розов очень знаю давно, как неординарного человека, сильного, творческого, человека, который любил жизнь, человек, который любил людей, человек, который любил детей. И всю душу он вкладывал не только в своих детей и внуков, он свою душу и любовь вкладывал во всех детей, которые были вокруг него. То, что есть такой ансамбль «Окситон», и его возглавляет Лена, супруга Виктора. Он в этот окситон вдохнул жизнь. Он его с ее помощью довели до совершенства. Об этом знал весь мир. Об этом не только знали в нашем регионе и в нашей стране. Об этом знали абсолютно все. Первая зарубежная поездка в 2003 году вместе с Еленой Кировной в Германию, в город побратим Крефель, где дети и Елена Кировна потрясли всех горожан города Крефельда. Об этом узнали от мала до велика. И это тоже с помощью Виктора. Очень жаль, что такие люди уходят так рано. Но, как говорится, на все воля Божия. Значит, он там нужнее. И здесь, на земле, он закончил свою миссию. Пусть земля ему будет пухом и вечная ему память.